Привет, вы на канале Пикси, и сегодня я вам хочу показать моего друга. Смотрите. Это же Тики. Маленькая такая. Маленькая. Смотрите, какая милая. Иди сюда. Я ее погладываю, я тебя защекотаю. Щекотно. Смеется еще, такая маленькая. Ой, ты что меня пугаешь? Ой, хватит крыть меня. Ой, ты какая шуфуся грибная. Она в камеру вам посмотрит сейчас. Смотрите, она такая няша. Может, попробуйте ее на эту крышку выпустить. Давайте попробуем ее выманить и дать ей яблочко так. Яблочко. Смотри, вылазь. Вылазь. Ой, смотрите. Три получается, яблочко какая маленькая. Так, я тебя не дам, пока ты не вылезешь. Мне неудобно, она такая маленькая. Попробовать отсюда и... смотрите, пахнет яблочко, вылазь, давай, иди сюда, сюда. Ой, кушай, кушай здесь. Клоненько. Опять она кушает, только в другом месте уже. Такая грызет, грызет, грызет яблочко. Слушайте. Потом мы попробуем ее запустить в этот домик, который мы начинали. Да, это будет ее песочница. Там она в туалетике сидит просто. У нее картонка есть, если она захочет что-нибудь положить на завтра. Так, у нее там мисочка стоит, у нее там некоторые вещи насыпаны сеном. Она там кушает, 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 кушает. Кстати, мы ее называем по-разному. Не только Лио или еще как-то. Мы ее называем по-разному. Суша, там Лио и еще как-то. Очень няша. Ну, она же просто няша. Мы потом ее запустим. А потом она как-нибудь полазит. О, пробуем ее в домик запустить. Сушка, заходи в домик. Заходи, заходи. Ну, заходи в домик. Она хочет сначала вот сюда залезть, на крышку. Нет, почему ты в домик не залезаешь? Уже полуло, что ли? Не могу снять дождь. Да пусючка моя, ты куда спряталась? Тебя камеры не видят. Давайте попробуем ей еще одну яблочко дать. Иди сюда. Эй, ты, давай, вылазь повыше. Мы попробуем тебя загнать в эту пещерку. Так, она вылезает, она чует. Она чует. Ой, сейчас застрянет. Так, смотри, пожалуйста, там яблочко у нас. Ой, застряла. Маленькая. Видите, пахнет. Ой, она собирается, я вижу ее. Ой. Вылазь, вылази, вылази. Вылази, давай на клеточку. Иди сюда. Вылазь. Вылазь, я кому говорю. Да вылазь уже. Да все, есть пошла. Так, ты куда, маленькая? Ты какая маленькая. Ой, ты какая маленькая. Давай кушай, давай сесть повыше. Ну иди сюда. Ой, да, тебя снимает. Какой пример ты им подаешь? Вырывай ты еще, давай иди сюда. Так. Да хватит. Да она просто не хочет яблоко из-за этого. Отдай. Да она реально сейчас либо возьмет и съест. Давай кушай. Давай. Она боится.
Может быть, мягкие штуки, почему она боится? Она, наверное, стесняется, за что ее все ребята видят. Стесняется, иди сюда. Стеснёшка моя! Ну, тебе в лестницу вернули, а ты обижаешься. Ну, держи, погрузи меня, если хочешь, на мягкой стороне. Ты крючка маленькая, я говорю, крючка. Так, в доме нельзя все равно. Ну, куда в доме? Вали сейчас. Какая крючка. Картошка. Ой, ой, утащила ты. Картошка, это не сегодня день картонки. Сегодня не день картонки. Если хочешь, я тебе вот эту дам дать. Или маленькую давайте я дам. Вот тоже маленькую. Да, она отказывается, она любит огромный. Но это же картонка ты. Да она обиделась вообще. Маленькая ты моя. Конфетка моя. Можешь ее погонять, она, наверное, лезет. Ах, ты хитрая, у нее лапка, она меня двигает. Держи, погрузи меня. Не волнуйся, в этот раз не буду отбирать. Маленькая моя. Давай кушай. Стесняется. Ну давай, говорю, стесняется. Сама убегаешь. Эй, это не то, о чем ты думаешь. Она хочет, чтобы ее ребята там видели. Вот ее ребятки перевидят. Молодец, сама отодвинула себе эту клеточку. Чего тебя ее ребята там видят, если она туда залазит? Уфу, стеснуша. Ее теперь там все видят. Фуфуша. Фуфуша, стеснуша. Кусила меня. Второй рукой. Так, иди сюда. Так, маленькая ты моя, давай. Ну что ты меня бьешь? Эй, своими маленькими лапками, что ты меня бьешь? Смотрите, я ее уже тронула, она как собачка оттирается. Маленькая, может тебя рукав этот заинтересовал? Нет. Может хочешь яблочко? Что яблочко хочешь? Ой, да. Ой, такой кусочек остался. Надо бы вниз положить. Какая маленькая кушает. Сушеное яблочко. Ням-ням-ням. Шуша кушает. Ту-ту-ту-ту-ту. Шуша. Ты отлично кушаешь, продолжай, тебе надо кушать, как и нам людям. Молодец, молодец. Ой, смотрите, мне ушки нагибаются, им нравится. С чего она рыкает на меня? Она не рыкает на меня, она, видимо, от усилия рыкнула на меня таким образом. Ладно, сейчас уснёт. Ладно, кушай. Тогда не уснёшь. У меня глазки прикрыты, типа, хватит меня снимать, я уже на канале уже полдня сижу. Типа. Эй, Шушуся, ну хватит там спать. Но она сейчас уснёт реально после этого яблочка. Потом попробуем её запустить в домик ещё раз, и потом ещё раз на эту штуку попробуем. Вдруг кстати, с этого выйдет. Как-то посмотрим, как она кушает. Ну, скажем, какая она няша. В итоге она почти все съела. Но оставила только кусочек себе перед собой. Маленький такой пимпочку оставила. Да кушай уже эту пимпочку. Так, она хочет, чтобы эта мисочка была. Все, я мисочку закинула ей. Попробуем и крайне тебя потрогаем. А всем пока-пока, жену уже конец. Фуфуся, пока. Скажи пока.
Ну все, она не разговорчива. Пока-пока. Не заведу.